Вы смотрите «Лайф», и мы продолжаем. Боевой вертолет распугал отдыхающих на пляже в Подмосковье. Ми-28 пролетел на высоте, внимание, 5 метров над землей, прямо над головами десятков отдыхающих. Эти кадры нам прислал наш гражданский репортер через приложение «Лайфкор». Уходим, уходим. Люди увидели боевой вертолет еще издали и были уверены, что он точно наберет высоту, пока долетит до них. Но в итоге вертолет прошел на большой скорости, чуть ли не по головам отдыхающих. Многие испугались настолько, что взяли в охапку детей и просто попытались как-то убежать с пляжа. И только когда, по их мнению, опасность миновала, то есть вертолет улетел, достали смартфоны и уже начали снимать. По словам местных, вертолеты в этом районе гости нечастые. Если они летят, то только на большой высоте.